И как всегда, здравствуйте! И снова с вами Селигер. Я Владимир Миравов и мой канал Селигерский хуторок. Ну что ж, друзья, мы с вами на Собро. Мы с вами на Селигерском хуторке. У нас несколько дней подряд будет сильный юго-восток. Сейчас немного подстих. Не знаю, что дальше будет, поэтому на рыбалку не попасть. Как раз с этой стороны идет ветер. Что сегодня будем мы кормить чем? Кормить мы сегодня будем пшеном. Меня спрашивали в комментариях по поводу прикормки. Вот прикормка пшено, база, полностью она описана на моем блоге «Селигерский хуторок.ру». Заходите на этот блог, набираете рыбалку, набираете фидер, и там полностью, как варить пшено, какие добавки, как я пробиваю через сито. Вот она, прикормочка. Видите, вот такая вот, вот она. Липнет, все хорошо. Я на нее ловлю круглогодично. И зимой, и летом. Вторая прикормка, это у меня комбикорм свиной. Так что вот чем мы сегодня будем кормить. Кормушечка пуля. Металлопласт, диаметр 32 миллиметра, 22 грамма закормочная. Как сделать такую кормушку, найдете тоже под видео в описании. Там есть, как делать кормушки. Ну что ж, ребят, давайте пробовать накрывать стол и будем закармливать. Я попробую показать стартовый закорм. И сразу же на стартовый закорм я буду вешать или опарыша, или червяк с опарышем. Ну что, ребят, поехали, а то ветер сейчас как дунет, ё-моё. Дистанция 33 оборота 5000-ной катушки. Монтаж инлайн. Ранен. Кладок флюрокарбон 0,1. Длина 50 сантиметров. Крючок тройка со штрихом китайский. Насадка червяк с опарышем. Катушка 5000-ная. Фидер Волжанка Мастер 40+. Дивертит 0,75 ОС, сломана вершинка 0,8 ОС. Рыбалка темповая, заброс через минуту при закорме. Вот она, кормушка пуля. Диаметр 32, металлопласт. Раннинг, скрутка. Не ставлю бусинку, поставил стопор.
похлебка. Еще. Тюк-тюк. Ну, плотно, ну как треск, не подлещи. Считаю счет, часы не включил. Нету ничего. Второй заброс. Червяк сбит. Заправил, чтобы дергало. Для темповой ловли использую вот такие часы. Это ставится на духовку, включается время, таймер. Вы сами здесь выставляете нужное время, сколько вам нужно. Нажимаете вот на эту кнопочку, все, отсчет пошел. Очень удобно. Они, это самое, с магнитиком. У меня на площадке кусочек металла. Я представляю, мне не нужно считать счет. Если 2 минуты, 2 минуты, 1 минута, 1 минута. Глянул, посмотрел, вытащил, забросил. Потому что не всегда видно поклевку. Рыба может сидеть, а ты будешь сидеть, ждать час, полчаса. Дубинить называется по-нашему. Я не дубиню. Корма мало, не будет кормом, буду ловить на грузик. Темп минута 2, ну редко 3. Или волна. Ты же не поймешь, волной притягивает. Так, рыбка, 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 рыбка. Есть рыбка первая. Отозвалась рыбку на прихонку селигерский хуторок. Вот так вот. И что мы тащим? А мы тащим плотву. Это что она порезана? А вот чешуя сбита. Ну, не видно на эту камеру. Слушайте, это не плотва, это подлещик. С красными плавниками. Маленький такой. Весь это самый покоцанный. Я попробую вам показать. Ох, набегаюсь я сегодня. Фитнес называется. Слушайте, вот, видите, хвостик. Кто-то по хвосту шарахнул. Похоже, щука, потому что как бритва. Но угря здесь нету, у угря мелкие такие порезы. Первая рыбка. Процесс пошел. Третий закормочный заброс. Надо было, конечно, червячка подправить.
Четвертый закормочный заброс, червяка нету, один опарыш. Червяка насадил, опарыша не стал покрывать. А к удилищу Волжанка Мастер 40+, я сделал вставку 56 сантиметров. Можно, конечно, найти конус, чтобы подходил сюда в начало и туда в конец, но я сделал из двух. Одна от Волжанки Метеор спиннинг, а вторая от спиннинга обычного. Поставил два кольца, закрутил ниткой, поставил на эбоксидку подъемка. И у меня получилось Волжанка Мастер 4 метра. Я хотел выехать на селигер, показать все это, но не получается пока мне. Так что смотрите видео о том, как из Волжанки 3 метра 60 сделать 4-метровую. Да, она, конечно, гнется. Заброс немножко туда-туда, но я стал бросать гораздо дальше. Мне не нужно покупать новый тизер. Я посмотрел по ценникам. Ну, хороших десятки. Таких денег у меня сейчас нет. Поклёп. Там то ли нет. Пятый стартовый. Привет, не сбить. Так, что-то есть. Сопротивляется! Подлещик! Подлещик. Вот такой. Избежать хочет. Так, тащу. Тащу, кормушка идет. Так. Тащу, плотву тащу. Вот такую плотву. Ай! Что же у меня сегодня все из рук падает, а? Плотва. Взяла в заглот.
Так, что-то есть. Молчу. Упирается. Так, красноперина, золотая рыбка. Вот такая. Да что ж мне, если не все падает? Золотая рыбка. Так, пуля. Металлопласт диаметром 26 миллиметров. Остатка 3 опарыша. Червяка сбивает, поклевку не подсечь, рыба мелкая. Так, есть. Плотва. Плотва. Вот такая плотва. Опять заглотила. Назад-ка 3 опарыша. Реализация получу. И кормушку поставил поменьше, полегче. И сразу поклевки более чувствительные. Видно хорошо. Опарыш мелкий домашний. Уже заканчивается, надо ставить. Так, что-то есть. Что-то есть. Забагрил. Ха-ха, подлещика маленького. На червяка. Вот какая мелочь стоит. Поклевки есть, а ничего не поймать. Живец. Стала мелочевка. Ну что ж, друзья, вот и закончился еще один прекрасный теплый день на Селигере. И на Селигере сегодня было 26 градусов. Вода еще холодная, но некоторые уже купаются. Ну, что сегодня? Сегодня рыбка клевала опять, как всегда, не очень хорошо. Сначала был пойман вот такой вот маленький подлещик, у которого хвост кто-то покусал. Потом была пойман побольше подлещик. Пошел. Вроде бы так хорошо все начинается. Пошел. Потом была поймана плотва. Плотва вообще шикарная. Ну, плотву, видно, подранил. Она заглотила. Красноперина! Золотая рыбка! И в конце
когда были поклевки, но я реализовать их не мог. Я менял крючки, менял насадку. Зараза такая. Но это самое, ничего, была поймана вот такой маленькой подлечке, я понял, на точке стоит мелочь. Ну что ж, друзья, вот и еще один прекрасный день прошел на Селигере. И с вами, как всегда, был Селигер. Я Владимир Мировов, мой канал «Селигерский хуторок». До встречи, друзья! До встречи на Селигере и на моем канале «Селигерский хуторок». И пусть вам повезет больше, чем мне.